отказники у нас есть. Отказники в смысле? Ты не хочешь больше тут находиться. В Россию отправят. В Россию? Да. Ну, узнаем, если не будет уголовки, можно в отказ идти. А что ты собрался в отказ? Фу, я домой хочу. Мои у нас пацаны 5 часов по танкам были под ударом. 5 часов по ним танк ебашил, который говорил тебе, 200-е были наши роты. Да. 5 часов по ним танк отрабатывал. Вон там стоят, пишут, там целая рота отказников. Если не будет, если не будет уголовки, да нахуй мне эта война нужна. Всех денег не заработаешь. Тут вроде бы армию почистили, мы сейчас очередь на квартиру. На сердце так быстрее продвинется. У нас просто, например, я тебе говорил уже, да, то, что Росгвардия отправляется в Оренбурга у нас сейчас. Вот Росгвардия, ну нахуй она нужна, они ж не подготовленные, блядь. Они ж палками только махать умеют. Сегодня пошел броню себе искать. Нашел? Нет, завтра отказники сдавать будут. Сегодня пошел мне, говорит, ну посмотри в ящики. Открыл ящик, она вся в кровище, вся расстреляна, порвана это. Я говорю, что ебанутые, что ли? 200-х мне броню хотели дать. Я говорю, что конченые, что ли? Ну, другой нет. Сирия по сравнению с этим вообще цветочек. Детский садик.